Дхармапа. Дхармапа значит тот, кто, учась, достиг мудрости. В Викрамасуре жил брахман, который прилежно учился, но не обладал способностями к медитации и критическому анализу сознания. Однажды прохожий йогин сказал ему: «Ты одолел столько книг, сколько же дхармы у тебя в голове?» «Йогин», — ответил брахман, — «я изучил многое, но не могу практиковать то, что знаю. Есть ли возможность применить все это на деле?» Йогин сказал, что есть, и дал ему посвящение в прямую передачу духовной энергии. Потом он объяснил, как объединить все стороны дхармы. Так же, как крупицы благородных металлов становятся сплавом в руках кузнеца, так все, что ты изучал, должно стать сплавом в твоем уме. Услышав это, Дхармапа понял и самоучение, и стоящую за ним реальность. Когда он осознал, что его ум и есть объединенная полнота всех доктрин, он достиг сиддхи Махамудры. Он стал известен по имени Дхармапа, поскольку объяснял путь освобождения тем, кому нужно было все доказывать. Он в своем теле ушел в ясный свет.